Ваши бурные аплодисменты, друзья! Ну и последняя заключительная визитка на сегодня от команды КВН «Люди напротив» НГУ. Добрый вечер, ДК «Прогресс», здравствуйте! Вчера у прекрасного редактора «Открытой лиги» Алексея Прозверова и прекрасной девушки Юлии Ивановой была свадьба. Давайте их все вместе поздравим, поаплодируем, друзья! Давайте громче, громче, друзья! Странно, что они сегодня не пришли. Сегодня серьезная игра, с нами играют серьезные... Так, стоп. Где Миша? Миша! Пупырышки, пупырышки у нас на районе. Мне звонят, а звонят. Стены все в баллоне. Вася, что ты гонишь? Короче, пацаны, был за кулисами. Команды очень серьезные, очень сильные. Надо как-то запоминаться, надо как-то удивлять, учиться. Поэтому нам нужна жара! Ты приседаешь в зале, чтоб все опупевали. Открытая лига, еще раз добрый вечер! И для начала, косоглазый мальчик играет в вышибалу. Ты приседаешь в зале, чтоб все опупевали. В Москве или на дальнем малышки ходят. Муж сделал перестановку, пока жены не было дома. Дорогой, это у нас перестановка? Да, это у нас перестановка. Теперь туалет у нас будет в спальне, а спальня в туалете. А почему ты так решил? Это не я так решил, твой кот так решил. Это мы! Ты приседаешь в зале, чтоб все опупевали. В Москве или на дальнем малышки ходят в зал. Или... Представьте, парень, воспитанный бабушкой. О, Тёма, привет! Привет! Ты же сегодня зарплату получил, в клуб пойдем? Не, я себе на похороны откладываю. Ты приседаешь в зале, чтоб все опупевали. В Москве или на дальнем малышки ходят в зал. И для тебя нормально иметь ее овальной. Парень уже 3 дня как купил себе новые кроссовки, но его друзья ни в какую этого не замечают. Ну теперь-то они точно заметят. Здорово, пацаны! Михан, ты чё, грудь побрил? Ты приседаешь в зале, чтоб все опупевали. В Москве или на дальнем малышки ходят в зал. И для тебя нормально им... Проводница поезда Москва-Новосибирск. Ох, ребятишки! Белье брать будем? Нет, спасибо. Зря, отличные трусы. Ты приседаешь в зале, чтоб все опупевали. В Москве или на дальнем малышки ходят в зал. И для тебя нормально им... Битва экстрасенсов в Искитиме. Дорогие друзья, у нас финал битвы экстрасенсов. И у нас 4 участника. Как 4? Нас же 3. А вот и первое задание. Берем лопатки, ищем. Он где-то здесь. Ты приседаешь в зале, чтоб все опупевали. В Москве или на дальнем малышки ходят в зал. И для тебя нормально. А наверняка в каждом городе есть такой персонаж. Случай в парке. Девочка, девочка, хочешь конфетку? Хочу. Держи. Девочка, девочка, хочешь беляш? Хочу, хочу. Держи. Девочка, девочка, хочешь плов? Очень хочу. Держи, обжора. Девочка, девочка, хочешь баранью рульку? Хочу. Угощайся. Девочка, хочешь, мы пойдем с тобой в лес? Когда-нибудь ты станешь такой жирный, что не сможешь от меня убежать. Ты приседаешь в зале, чтоб все опупевали. В Москве или на дальнем малышки ходят в зал. И для тебя нормально иметь ее овальной. И даже своей ванной. Случай у психиатра. Опять вы! Что случилось опять? Он меня достал. Постоянно за мной ходит. Пошел в душ помыться такой. What is love? Baby, don't hurt me. Поворачиваюсь. А вот там стоит, смотрит. Прикинь. Ну капец же полный. Я думал, это нормально для вас. Но самое страшное. У нас появились проблемы с девушками. Еще бы, дебилы, пушевая игрушка, конечно. Да не, смысл не в этом. Смотри. Я
знаком с девушкой. Уговариваю ее, привожу домой. А один знакомый, не будем показывать на него пальцем, уводит ее у меня, а меня отправляет в дальнюю темную комнату. Вы нормальный? Я не верю, что плюшевая игрушка может познакомиться с девушкой. Ха, смотри. Жвачка есть? Бесполезное создание. Так. Опа! Ты! Пригнись. Вот ты, тигрица какая. Поехали ко мне в Уссурийск. Да? Серьезно? Ну все, я тебя после игры заберу. Вот так вот. Вы нормальный, нет. Здесь единственная проблема, что кто-то из вас лишний. Возможно, вы правы, доктор. Возможно, один из нас сильно ограничивает другого. Так, человек, пошел вон. Я без тебя прекрасно справлюсь. Давай, все, уходи, никогда не возвращайся. Все, что тебя больше не видел никогда. Нормальный, нет. Обычная плюшевая игрушка. Не верю, что он-то все-таки ушел. Можно у тебя поживу? Друзья, на эту игру нас провожали прям всем университетом. Подходит уборщица, такая говорит: ребята, по скользкому ходите аккуратно, потому что там сила трения стремится к нулю. Подходит охранник, говорит: мужики, вы там ни на кого не нарывайтесь, потому что сила действия равна силе противодействия. И только ректор стоит на лестнице и такой: пока, ребята! Люди напротив, спасибо. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. Ваши бурные аплодисменты, друзья, команда «Кон люди напротив!» Друзья, мы переходим к следующему конкурсу, заключительному конкурсу в сегодняшней игре. Хотелось бы сказать, что это конкурс «Музыкальный номер». И первые, кто выйдут на эту сцену, команда, представляющая Новосибирский государственный университет, команда «КВН», можно свет в зале, пожалуйста, погасить, если это возможно сделать. Команда «КВН», люди напротив, ваши аплодисменты! Приседаешь, жалеешь, что все попивали. В Москве или на дальнем малышки ходят в зал. И для тебя нормально. Друзья, встречайте, сборная НГУ по самбо. Так, у нас все пришли, да? Так, раз, два, три, все. Ну что ж, давайте разомнемся, девочки. Итак, смоделируем первую ситуацию. Вы прогуливались по лесу, и на вас напал маньяк. Что делаем? Смотрим ему в глаза. Начинаем заманивать свою ловушку. Заманиваем. Иди сюда, маньяк. Заманиваем. Опа! Отлично. Следующая ситуация. Вы прогулились, но вдруг так случилось, что на вас напал мой лучший ученик. Что же он будет делать? Он будет заманивать. Он будет пытаться взять вас своим обаянием. Посмотрите, какая бояшка. Смотрите ему прямо в глаза. Скоро у него затекает левая нога, и вы делаете что? Делаете выпад и раз. Опа! Усложняем задачу. Усложняем задачу. Вышли два самбиста, таких же, как и мы. Делаем проход и ча-ча, раз, 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 сталкиваем. И ни один уважающий себя самбист не остановится, пока не дотанцует этот танец целиком. Ну что ж, представим, идем по лесу, и вдруг из-за кустов выскакивает длиннющий маньяк и хватает вас за руку. Простым движением уходим от захвата. И оп! И опа! Пытаемся от него убежать. Тогда отвлекаем его. И ча-ча, раз. Смотри, сахарный дракон!
оказываемся в доминантном положении и можем делать с ним все, что захотим. До свидания. О, нет, это мой бывший лучший ученик из Бразилии. Как только я приехал в Бразилию, я сразу понял, что самбо — это полная туфта, и заниматься надо капуэра. Что с ним происходит? В него вселился сам дьявол. Как он это делает? Миша, вставай, не поддавайся искушению. Спокойно, спокойно успокоились, ученики. С капуэристами все просто, берем их на слабо. Ты не сделаешь сальтуху? Я сделаю сальтуху. Ты не сделаешь сальтуху? Да я сделаю сальтуху! Не сделаешь сальтуху. Вот прям сейчас возьму и сделаю сальтуху. Да я сделал! Уйди! Ты не говорю! Спокойно. И Ваня! Учите, не время геройствовать! Согласен. Господи, что же нам теперь делать? Ребята, давайте вспомним, чему нас учил учитель. Заманиваем. И раз! Вставайте, не придуривайтесь. Так, теперь эта секция не по самбо, а по капуэра. Слушай, а почему ты вернулся к нам из Бразилии? О, это очень интересная история. Как только я приехал в Рио-де-Жанейро, на меня сразу напало 20 мафиози. Я одному хрыть, второму тыц, тут третий бах, тут летит вертолет, оттуда еще больше. Я на вертолет камнем, фиу, влетает Титаник, там такой Ди Каприо, Оскар! Погоди. А с чего все началось-то? Они сказали, что я балабол. А что бы мы хотели сказать этим номером? Не надо завлекать своих врагов. Завлекайте своих друзей на игры открытой лиги. Люди напротив. Спасибо! Боже, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. Ваши бурные аплодисменты, друзья, команда КВН, люди напротив!